Спасибо большое, агент, за 100-500. Ос, блин. Че нам на него смотреть, блин? Всем привет, сегодня суббота, 13 июля, выезжаю на рабочую смену, время 0:28, покатаемся с ним немножко. Сегодня пришло такое уведомление ко многим в телегу, что YouTube в ближайшее время может быть закрыт, или он может глючить, все это связано с тем, что серверы Google перегружены, уже 2,5 года они не обновлялись, так, и у пользователей могут возникать проблемы при загрузке видео. И при просмотре видео тоже. Вот. Я оставлю все свои другие площадки. Это ВК, Рутуб и Дзен. В закрепленном комментарии можете перейти на эти площадки, смотреть ролики без рекламы. Ну а Ютуб я люблю больше всего, но от меня уже здесь ничего не зависит. Как будет, так и будет. Ну да. Что ты еще скажешь? Все, вам открыть? Все, доброго. Точно? Спасибо. Спасибо большое. Сколько там стрей не поняли? Да? Ну вы такой чай прям дали мне. А это кто такой? Спасибо большое. Блогер какой-то, да? Что там? Ну что, начинаем сегодня день с чаев. Поговорили с подписчиком 16 минут. Заказ 2300 плюс чай трешка. Ух ты. Блин, ребята, капец. Меня любят мои подписчики. Блин, надо тоже пойти работать в такси, но так, чтобы меня знали, знало очень много людей. Здесь. И давали мне тупо на чай всегда. Я че. Куда можно устроиться на работу, где дают чаевые, и там, чтобы еще как было много тех, кто среди моей аудитории. Ря. Я тебе шо, пизды дам вместо чаевых. Иди ты нахер, давай, давай попробуй, блядь. Посмотрим, кто кому. Какой стриптиз? Какая шлюха, вы че несете? А, подожди, вы так часто пользуетесь услугами стриптизерш и шлюх? Так, подожди, я же сказал, надо туда, где можно часто встретить подписчиков, а вы пишете шлюхи. Или вы, я сейчас не понял, вы чё, бля? Я сейчас не понял. Мусорщик, а ты на помойке живешь или что? Вы типа пытаетесь меня захуярить, но сами себя в итоге как-то... Это самое, да. Так, 2320 заказ. Поганые самокатчики. О, дамы мне трешку оставили. Почему нельзя неожиданно купить? И приятно. А то все равно придется завтра покупать. Тебе никто денег не даст никогда. Да? Серьезно? Ну спасибо тебе за $2, Мунро. Да, будет через 4 минуты. Можем мы 4 минуты подождать? Я не могу здесь стоять. Господи, какие мне сложности задают. Я просто здесь даже стоять. Да не, мы понимаем прекрасно, чем мы. Делай сейчас. Чуть-чуть подойдите. Вот. Евгений! Да. Вы извините, мы немножко буйные. Да. Ну спокойно. Я всегда предупреждаю. Да. Кто буйный-то? Я. Евгений буйный. Я буйный. Может, ты буйный. А вы сам московский человек? Сядь нормально. Да, мне не очень удобно просто плечо. Как вы сказали, московский? Да. Я, кстати, московский. Да. А я нью-йоркский. Ты что, хочешь видео, что ты хочешь? Блядь. А можно музыку сейчас? Включай сам. Ой, бля. Ой, бля. У некоторых людей нет чувства кринжа, я так понимаю, да? Вот как бы, если бы я был на месте этого парня, я так понимаю, видимо, с какого-то клуба вышел, каких-то двух девок взял. Кринжуля. Ну реально, то есть, ну включать треки свои, и еще башкой вот так вот, типа, как, типа ты крутой, блять, это... Ну это стыд. Господи. У нее Биркин, это осень, она закурит, но я бросил, ай, занижает градус Рокса, надо мной М5, асфальт 8.
как дела? Давай. Как дела у твоего дяди? А? А, понятно, они на одной волне, они там все такие. Как твоя мама, у нее пиздатые оладьи. Ты институт-то закончила, ведь столько заморочек было, а сил-то не хватило. То есть каждый водитель такси, он по факту является мастером маленького разговора. Есть определенная методика, когда вы можете поддерживать разговор клиента, не общаясь с ним словесно. Ультима. Чего? На кой надо? У меня сразу следующее с мемо. Кто? Музыка мем? Мем будет. Свою? Посмотри вокруг, природа щедрая, дарит красоту. Я с Кавказа, я отвечу. Мамаев домой едет, да? Извинения принимать. А, с Кавказа. А, это она. Эх, отвез я девушку в Пурпур. И давно я здесь не был. Пурпур? А, мемы — это заведение, господи. В этом Пурпуре, наверное, с того момента, как вот... Давным. Ты что, ты спамишь, ублюдок ебучий, мудак, блять, поганый, на тебе тайм-аут на час. Кто слепой? Мать твоя слепая, долбоёб, блять. Давно меня спамит, кинули спамит, цыгане. Давид Лиманский с его дружками. Что? Упа белая? Ну, упа белая. Всем немного. Да. Какой скрипушок похож на каких-то на... Бля, у меня вчера такая ситуация была в магазине. Я не знаю, типа, подходит какой-то пацан, какой-то парень. Я стою в магазине с тележкой. Он вот так подходит такой, и на английском спрашивает у меня, грязна ли у него спина. Типа, есть ли что-то белое на спине? Я такой, нет. И он такой, спасибо, идет дальше. И я так и не понял, то ли это подписчик был, проверял меня, то ли еще что-то, блядь. Потому что не был похож на американца, но говорил на английском. И спросил у меня зачем-то, белая ли у него спина или нет. Ну, слушай, ну это скриншот просто. Помните, наверное, замечательный ролик. Новый Арбат, да? Якста, новый Арбат. Зашите кнопки. Да, можно. Да зачем они все музыку-то свою подключают? Давай напьемся, эй, парень, давай напьемся. Бля, если б я работал в премиум-классе такси, я бы просто бы вырвал нахуй из своей машины все колонки, радио, и все. И на вопрос, а можно? Я бы сказал, нет нахуй, у меня все сломано. Я бы сказал, что у меня украли колонки, не работает. Все хуйня. Да ты шо, охуел? Не, Крида можно. Даже девушка сама открыла, я вам. Жень, да мне не обязательно, зачем? Зачем? Потому что мне интересно смотреть, которые... Заблокируйте, пожалуйста. Опять? А я открою сейчас. Все. Здравствуйте. Старший лейтенант. О, классика, блядь. Просто менты с нихера останавливают такси и начинают к пассажирам доебываться. Просто так. Блядь, что такое здесь в Америке произошло? Это вообще это... А что у вас сегодня за мероприятие такое? Ну, мероприятие под названием «Разрешите доебаться». А, анаконда. Анаконда, блядь. Не, ну, я не знаю, может, у них там реально есть какие-то операции под названием «Анаконда», но складывается такое ощущение, что они это просто так делают. А потом оправдывают это тем, что у нас «Анаконда» завелась. Анаконда? Анаконда? Анаконда, да. Нет, знаешь, я тебе объясню, в чем прикол. Я тебе объясню, в чем прикол. Потому что не надо было, брат. Неудобно аж мне было перед моим... Скажи спасибо, что хоть трусы не попросил, блядь. Подписчиком. Ну, так там вот. Рейды? Ребятушки, заказ на 2200. И пятак. Ни хрена себе. Чок. Хабаровск. Приехал. Я, кстати, пятачок. Ну, капец. It's hard to
куда едем? Нихуя, сука. Евгений, не отвлекайтесь, идите работайте. Шоблы. Честно говоря, я так давно в Майк не ездил, потому что я... Я в Москве. Да, спасибо. Можно Майк включить? Да, конечно. Это 23-й, да? Нет, 22-й. А 22-й, да? Ну, очень красиво. Тогда у вас... Я по кругу поедем? Без проблем. Чего, блядь? Погоди. Можно мы когда поедем, вы окно откроете? Ох, что эти дешевые выебоны. Можно вы подъедете на Майбахе, откройте окно, а я типа музыку включу, типа громко орёт, и я такой типа крутой, бля. Типа 52, бля. Какой хороший день, чтобы навалить кринжа. Может, меня заблокировали вроде? Или нет? Ну что он имеет в виду по поводу окна? Вот зачем ему это? Я открыл сейчас. Да? А, ой, не то. Это правое, первое передняя, левая кнопка. Да сейчас, погоди, да шторка. А, извините. На подъезде включаем этот трек или другой? Там церковь вообще, мне кажется, лучше. Ну там церковь, она же не работает всегда. Как работает, там же кто-то есть. Да не, мы по кругу вот так вот сделаем. Там получается, мы въедем, получается, по кругу вот так поедем. А там люди не услышат? Да, услышат, ничего страшного. Спят, наверное. Хер с ней, блядь, они не проснутся. Ничего страшного, блядь, я когда, блядь, живу в этом, блядь, там, блядь, проезжают машины, там всем похер бывает. Можно я хоть раз в жизни это сделаю, блядь? Да нет, там поверьте, те, кто волков не услышит. Нет, ну, из-за машины точно нет. Там, бля. Клиент прибавил максимальную громкость, перед этим открыл окно. Бля. Ну вот что ему это даст? Ну шо, блядь? Ну вызвал ты Майбах первый раз в жизни. Ну открыл ты окно, музыку включил. И что? Ну и что дальше-то? Ну что, ну, ты на мгновение, на 2 секунды станешь крутым в глазах какого-то челика, блядь, своего друга или кого? Или какой-то девки. Майбах-то все равно не твой. Да и песня тоже не твоя. Блядь. Да и деньги, которые ты уже потратил на этот Майбах, уже не твои. Сука. Блядь. Блядь, ладно бы, если еще трек нормально включил, сука. Эх, блядь. Еще круг, блядь, он специально что? Все. По мне стреляли, и я упал в лужу нахуй, блядь. Че, блядь, происходит? Так, монтажер ёбнулся тоже, блядь. Человек, во время монтажа такой, все, от кринжа крыша поехала. Что, блядь, хуярил? А куда хуярил? Хуй его сраный знает, нахуй. Ну, здесь нельзя, территория дома. Мы просто здесь не жили. Так, все. Водитель не стерпел, он уже сам, блядь, пью, выключил. Сука! Бля! Ну, все равно. Поверьте мне, здесь всем плевать. Ну, я сейчас уеду. Когда я сплю, всем плевать, блядь. То есть, вот сегодня я приехал, вот, блядь, человек нашел... А зачем круги наваливать и музыку вот эту вот на всю громкость? Ладно, не, на самом деле вы правы. Я не стрессирую, правы. Сейчас какой-нибудь... Я-то думал, там они каким-то друзьям своим подъехали. Типа, ща выйдут крутые под музыку. А они просто кругами вокруг дома, блядь, на всю громкость сделали музыку и катались. Цо, кинет на машину. Не хватает. Вот здесь, смотри. Да, конечно. Колхозан?
заметил. Нет, уборы. Что, я вам подъем стоит? Извините, все равно. Вот такая вот поездка, ё-моё. Ну, сразу видно, не местный, недавно, походу, в Москву переехали. Ребят, не стерпел, короче. Церковь здесь сзади. Двор... Я, кстати, кажется, знаю, что это за... Дворовая территория, типа. Что это за райончик? Не надо быть как все. Надо уважать других людей. В конце еще поездки. Девушки, поднял настроение. Бля, кажется, знаешь, что это дом? Яйцом. Там же некоторые стримеры жили. Авиапарк, да? Блядь, я там был, сука. В этом доме жили некоторые стримеры на тот момент, по крайней мере, там Фалентас жил в этом доме, Жужо в этом доме жил. Кто там еще был? Не помню, кто-то еще. Я туда несколько раз приезжал, сука, спалил. Да они там уже не живут, похуй, какая разница-то. Там еще кальянка есть, и мы туда пару раз тоже приезжали. Лёва 2К сейчас там живет. Да в ахуе, конечно, вообще. Но, видите, да? Заработал, блин. Тем временем у меня видео в закладках осталось. Я вчера смотрел видос чувака из Америки. Работает в Uber Black, типа в бизнес-классе. Вот здесь, да, ну, заработал туда-сюда, блядь, не жалуется. Здесь просто чел 30 минут ноет, как все хуево, как он мало зарабатывает. Что денег нет, все хуйня, блядь. Сидит такой, думает, когда мне заказ придет в этом Uber, блядь. В Лос-Анджелесе работает. В Uber Black, в бизнес-классе. О, тем временем, да, в Москве тут катается спокойно, на Майбахе все заебись. Это ноет.